А вы сожалеете о том, что вот вы совершили год? Я ни о чем никогда в жизни не сожалел и не собираюсь жалеть. Довольны вы ли тем, как шел суд? Нет, не очень. А с чем вы не согласны? Я не согласен со многими вещами. Все, вопросы закончились. Слушания длились почти 2 месяца. В результате суд согласился со стороной обвинения и назначил максимальное наказание 15 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также предстоит выплатить компенсацию по 5000 рублей за моральный вред 7 пострадавшим. На обжалование приговора по закону есть 10 дней.